Здарова, смотровчане, с вами Токи, и вообще-то этот видос должен был выйти гораздо раньше, но по техническим шоколадкам его пришлось отложить. Мы с Янчиком записали годный контент, однако места на жестком диске не оказалось, и удалось записать лишь малую часть от целого материала. Стоп, в смысле, ты реально не знаешь, на каком сервере поиграть в GTA 5? Что были классные тачки и уютная комьюнити на сервере? Наверное, ты не слышал про Смотру Рейдж, на котором, разумеется, я записал это видео. Так что вводи мой промокод Токи при регистрации, чтобы как можно быстрее получить водительские права и сесть за руль. Ссылка для начала игры в описании под видео. А еще попрошу у тебя лайк и подписку. Ну а начнем сегодня с того самого уцелевшего куска видео. Променедж, слушай, ну я где-то в центре города сейчас нахожусь на своей девяточке, у которой только что отпал бампер. Прирос еще один. Че, куда мне за тобой заехать? Ебать, у меня здесь размножаются, короче, эти бампера. Я тебя заберу на девятке, но уедем мы из одного места на чпырке, обещайте. Потому что, ну, я в прошлых видосах уже обещал, что типа мы будем менять девятку, будем ее апдейтить, так сказать, до 14 версии. Вышла новая прошивка. Таксист что-то выебывается. Ну, говоришь, сейчас я за тобой еду. Я еду. Давай немножко в тайне поддержим тот прикол, который мы хотим сделать. Я никому не скажу. А хотя, может, я в начале видоса уже сказал, как ты думаешь? Ты же не скажешь то, что мы будем делать именно это. Именно это? Угу. Погоди, это то, именно это, о котором я думаю, или это немножко не то? Я думаю, то. Как раз таки. Я еще в прошлом видео посмотрел, что все вот эти вот бампера и прочие штучки, которые делают из девятки четырку, выглядят довольно-таки неплохо. И в принципе, реально, если надоело кататься на девятке, можно бац, ее преобразить до четырки. Универсальная тачка. Плюс ко всему, все эти обвесы, по-моему, стоят меньше 300 тысяч. То бишь, ты, по сути, покупаешь две машины сразу. Ну да. А мы будем бапан делать? Да. А как еще? Ну посмотрим, она просто и так упавшая, по-моему. Типа даже сейчас, посмотри, у меня 900. Опущена. So, что тут у нас? Давайте сразу перейдем к обвесикам. Почему то у меня автоматически нет бампера на девятке, но ладно. Слушай, а он у меня не ставится, прикинь. У тебя, ты бродяга? Я в натуре бродяга, походу. Лады, начнем с заднего бампера тогда. Задний бампер номер один. Передний бампер номер один. Не, у меня такое ощущение, будто бы я заехал, понял, на битой машине, и они у меня не отображаются. Но она должна была починиться так-то. Угу, фиг, блин. Ну, Rockstar опять. Сейчас выйду на таком Франкенштейне, ты не пугайся, если что, я просто для того, чтобы вот эту всю хуйню скипнуть, так сказать. Ебать, смотри, просто бочина девяточная морда. Можно и так оставить. Она так миленько выглядит. Типа с чермета забрал тачку просто, из чего было. Слушай, не, погоди, я что-то не тот, по-моему, бампер добавил. Ема, их тут великое множество, я тебе так скажу. Но я добавлю, слушай, самый обычный. Ну да, мы-то не гордые. Типа есть такая тема, как сплиттер, знаешь, что это? Вот эта губа типа нижняя. Ну да, но фигня. Я ее, да, не хочу что-то себе ставить. Далее, что еще там надо? Спойлер, точно спойлер, у нас же это, блин, девятка, ебать. Ой, фу, наоборот. У нас не девятка, у нас чепырка. Так, ну слушай, внешку я сделал. Уже на самом деле интересно это выглядит. Реально, просто вот типа, ну, в голове не укладывается то, что типа, вот, по сути, ты сделал из одной машины другую. Только надо цвет нормальный. Да, вот цвет я сделаю сейчас. Ну, вроде как, типа, плюс-минус. Ну все, я выезжаю из тюнинг-ателье, встречай мою гордую чепырочку. Кстати, зацени превьюшку к этому видео. Ее сделал братишка Рейник, у него как раз есть своя группа, в которой можно заказать себе все для своих проектов. От превью на видео до шапки с аватаркой на канал. А с промокодом Токи ты получишь скидку в 40% на любой товар из списка. Так что если тебе нужно качественное оформление, обращайся в его группу по ссылке в описании. Ну чё, блин? Ну вот, смотри. Ну что? What the fuck, чел? И после этого ты еще и смеешь садиться в одну машину со мной? Еще и телепортируй с нее буквально, потому что ты меня пролагал. И тебе не стыдно, да, ты хочешь сказать? Да, мне пофиг. Вообще абсолютно тебя насрать, да? Да. Ну, пару слов о преобразившейся девятке. Это девятка? Ну, бывшая, да. Если это четырка, знаешь что, выйди с машины на секунду. Вот, чтобы безопаснее на такой машине было ездить. Короче говоря, давай раскроем тайну для своих зрителей о том, что же все-таки мы хотим сделать в этом ролике. Собственно говоря, в той самой первой части ролика, которую удалось сохранить, я не договорил то, что на самом деле у этой чепырки будет сегодня цель на ролик. Я не знаю, видели вы или нет, но на ютубе есть чувак, который ездит на такой чепырке вроде как по Питеру, и включает громкий звук в общественных местах и чисто снимает реакции игроков и тому подобное. У игроков, что я говорю? Реакцию прохожих на улице. Мы же, в свою очередь, сегодня попытаемся воссоздать эту ситуацию только в игре. Мы посмотрим, как наши родные смотровчане реагируют на ту или иную музыку в общественных местах. Но вы спросите, а как я собираюсь это делать? Что, неужели буду в чат говорить что-то и вот таким образом транслировать музыку? Да ни хрена подобного, ребят. На Смотре есть такая тема, как Смотра Мьюзик. Это такое небольшое приложение, сейчас я вам его покажу. Вот так вот оно выглядит. В это приложение нужно предварить
предварительно закачать какие-нибудь песенки, которые можно будет выбирать, и далее я вам покажу, что нужно будет сделать. Ну, к примеру, выберем вот эту композицию, нажмем play и посмотрим, работает ли ползунок. Сука, не работает, прикинь. Попытка номер два, я включаю песенку, нажимаю play, и ползунок должен начать двигаться. Да, он двигается, значит приложение работает. Нажимаем Q и выбираем радиостанцию «Своя музыка». Я сделаю ее где-то процентов на 10, и давайте проверим, работает ли она. Да-да, это та самая песня, которую я хотел включить. И занимательный факт, мы выходим из машины, и ее слышно всем остальным. Ее будут слышать все игроки на сервере. Ремарка небольшая, конечно же, у тех, у кого в настройках телефона включено, что они могут слышать радио окружающего транспорта. Поэтому сегодня предлагаю отправиться вместе со мной в общественные места на Смотра Рейдж и посмотреть на реакцию людей. Вообще, не знаю, будет она или нет, я в этом не совсем уверен, но нам это предстоит выяснить сегодня. Сейчас мы находимся как раз возле спауна новичков, и я уверен, что большинство из них банально даже не добрались до настроек в телефоне. Они не могли выключать вот эту вот музыку окружающего транспорта. Поэтому мы подъедем и посмотрим на их реакцию, потому что зачастую реакция новичков самая искренняя. Тут человек пропадал навсегда, самом себе себя же не было. Нифига себе. Выпрыгнул, и все равно ноль реакции на чепырку, да? Ладно, давайте сменим место дислокации, поедем в другое место какое-нибудь. Где была мечта заветная, где бы где была мечта заветная. Тут много людей, станем типа нехотя рядом. Эх, сколько авторских прав я словлю за этот видос. За меги, конечно же, лайк, но, блин, мне кажется, рыбакам по сути по барабану на эту музыку, и никак они не собираются реагировать на этот звук. Мы поедем сейчас, наверное, в Казик. У меня там, конечно, текстуры по-любому пропадут. Ух, нихрена я Шкоду убрал. Нападение негра. Короче, погнали сливать деньги, все. Реакции нет, хотя бы реакцию мою увидите на слив бабок. Смотрите, здесь шаг ставки равняется 10 тысячам фишек. А я дебил? По идее, вот мне что-то подсказывает, что должно быть от 19 до 36. Если нет, то я дебил и, в принципе, ну, не слушайте меня никогда в жизни. Я поставил миллион и хочу его удвоить. Пожалуйста, сделай так, чтобы моя мечта превратилась в реальность. И нет, я, сука, проебал. Не ходите, дети, в казино гулять, я вам так скажу. Че у меня с походкой еще? Я миллион просрал, еще штаны обосрал или что, да? Отсутствие реакции игроков меня на самом деле сподвигло, мне кажется, на шашки просто под трафик, да и все. Поехали, подсуетим, пошашкуем. О боже, вот это мне не нравится. Вот это мне не нравится. Окей, нет, ладно, мне это нравится. Это хороший момент для видоса. Ладно, давайте, если я проеду дольше 10 секунд, то я красавчик. Живем, живем. Да, спасибо за разгон, братан. Да, блядь. У меня вылетело. Ну что, ребят, вот такой вот автозвук в кавычках имеется на смотре. По-моему, тема прикольная, хоть и для большинства из вас, наверное, незначительная. В любом случае, я надеюсь, видео вам понравилось, поэтому благодарю тебя за твой лайк, а также за подписку на канал. Ну а с вами был Теки, всем поки.